Магнитогорские образовательные учреждения с завидным постоянством попадают в число лучших в стране. Многопрофильный лицей номер один, а также 5-я и 56-я школы в этом году вошли в топ-500 и топ-200 лучших школ России. Это рейтинговый конкурс, в котором принимают участие все без исключения общеобразовательные школы страны, а их 53,5 тысячи. Причем многопрофильный лицей номер один числится в лучших уже не первый год. Продолжит Юлия Никифорова. По словам директора многопрофильного лицея номер один Любови Васильевой, стабильный успех образовательного учреждения во всероссийских конкурсах базируется на нескольких очень серьезных китах. Это высококвалифицированный педагогический штат. 80% педагогов лицея имеют высшую квалификационную категорию. Это и мотивированные на хорошую учебу дети. Отбор учащихся в лицее ведется очень строгий. Хорошей успеваемости способствует и современная материально-техническая база, поддерживать которую помогают шефы лицея, управление материально-технического обеспечения ОАО ММК. К примеру, эта прекрасная оборудованная химическая лаборатория появилась здесь в прошлом году именно благодаря шефам. Сейчас на практическом занятии по химии вы видите второклассников. Раннее профильное обучение детей – тоже изюминка лицея номер один. У нас начинается очень рано, с 7-го, и мы учим их по профилям. Профили у нас 6 – математика, физика, химия, биология, информатика, математика, информатика, экономика, информатика, иностранные языки и проектные технологии. И дети в 5-м, 6-м классе, они определяются со своей специализацией, и мы им даем пропедевтические курсы по многим дисциплинам. Так они у нас в 5-м классе изучают астрофизику. Здесь хотят учиться. В лицее учатся дети со всего города и даже приезжают из сельских районов. Я учусь в лицее уже на протяжении 5 лет. И я безумно рада, что перешла в лицей, потому что я считаю, что лицей является одним из самых элитных учебных заведений в нашем городе. Каждый из учителей заинтересован в наших успехах, в получении качественных знаний. И я считаю, что обучение в лицее гарантирует каждому студенту дальнейшую самореализацию в жизни. Конкурс лучших школ России, в топы которого в течение нескольких лет подряд попадает лицей номер один, представляет из себя объективную рейтинговую системную оценку. Ее главные критерии – такие показатели, как итоги сдачи ЕГЭ, результаты участия ребят во всероссийских и региональных олимпиадах, а также поступление выпускников в вузы. Первый лицей, и этот тоже рейтинг начал выстраиваться, в этом году вошел в топ-200 лучших школ России, которые показали наилучшие результаты при поступлении в высшее учебное заведение России. Поэтому лицей первый, школа 5-я, школа 56-я, это гордость системы образования города Магнитогорска. Все 60 выпускников первого лицея этого года успешно поступили в вузы, причем 79% на бюджетное отделение. 15 учащихся закончили лицей с золотой медалью. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.